Юлею Кузьменковою ми зустрілися в салоні «Чебос Колор». Саме тут дизайнери і архітектори Дніпра і не тільки знаходять натхнення і якісні декоративні покриття для оформлення своїх об'єктів. Юлія, здравствуйте. Здравствуйте. Ми сотрудничаємо з вами достатньо давно і о продукції «Чебос Колор» знаємо практично все. Но не все. Юлія, розкажіть, як давно существує компанія «Чебос Колор» в Україні? В этом году мы празднуем свой первый юбилей. Компания «Чебос Колор» 10 лет в Украине. За это время было оформлено достаточно много домов, квартир, офисов, магазинов, ресторанов, кафе. За это время мы успели оформить и переоформить некоторым клиентам объекты по 2-3 раза. То ли это пожелание клиента сменить цвет стен или нанести принципиально новое декоративное покрытие, то ли это покупка нового имущества для сына или дочери, или заграничных апартаментов. В любом случае, нам очень приятно, что клиенты возвращаются именно к нам спустя годы и именно в Чебос. И это дорогого стоит. А как принимают материалы «Чебос Колор» специалисты и конечные потребители у нас в Украине? С большим интересом, потому как компания «Чебос Колор» имеет самую широкую товарную линейку и цветовую гамму. Поэтому любой специалист, будь то дизайнер или мастер-декоратор, всегда сможет найти для себя материалы, с помощью которых сможет реализовать свой творческий потенциал. Юль, а как вы лично пришли в компанию «Чебос Колор» и какую миссию изначально видели? В компании «Чебос Колор» я с момента ее основания. Вот. И, в принципе, миссия, конечно же, менялась, потому что все меняется с течением времени. Изначально украинский потребитель вообще не знал, что такое декоративная штукатурка. При оформлении интерьеров использовались массово, использовались обои. И поэтому нашей миссией на тот момент было донести до украинского потребителя, что такое декоративная штукатурка, как ее используют, какие у нее возможности, технические характеристики, чем она лучше обоев. Вот. Поэтому это было вот на начальном этапе нашей работы. Сегодня декоративная штукатурка – продукт очень популярен, поэтому в том числе благодаря вашему телепроекту стараемся донести до клиента, что от качества и экологичности продукта напрямую зависит микроклимат помещения. Но это же требует каких-то определенных знаний, а вот вы… Кто вы по образованию и насколько комфортно вам заниматься тем, чем вы занимаетесь? Я очень люблю свою работу, что может быть лучше. Конечно же, мне комфортно заниматься тем, чем я занимаюсь, потому как я закончила Днепропетровский национальный университет по специальности менеджмент внешней экономической деятельности. И для более комфортной работы с итальянскими нашими партнерами я изучила итальянский язык. Поэтому у меня все есть для того, чтобы вести плодотворно и активно украино-итальянский бизнес. А вот насколько широки возможности компании «Чебос Колор» в Украине и как принимает наш потребитель продукт «Чебос Колор» декоративную штукатурку для своих интерьеров? В Украине «Чебос Колор» представлен салонами по всей Украине. Все салоны имеют отличную презентацию, хороший персонал, который ежегодно имеет возможность посещать фабрику «Чебос Колор» в Италии для прохождения практических мастер-классов. Все салоны представляют всю товарную линейку торговой марки «Чебос», поэтому клиент, приходя в такие салоны, может выбрать для себя именно то, что ему нужно. Хочу отдельно сказать о том, что в каждом регионе Украины есть свои предпочтения. В одних регионах предпочитают абсолютно матовые покрытия, такие как чеботайм, эффект сатиновой ткани, или чебосиситоза, эффект замши, либо применяют в качестве фона глубоко матовую краску, топ-пейнт или сатиновую топ-лак. В других же регионах любят клиенты перламутр, поэтому чаще всего там продаются такие покрытия, как чебоси-декора или не имеющие аналогов чебосфера. Это фактурная штукатурка с изящным мерцанием.
Вот. Есть регионы, где по-прежнему остается популярен эффект бетона или классическая венецианка. Поэтому клиент для себя всегда сможет найти то, что ему нужно в салонах Chebas Color. Что касается адаптации, то Chebas Color продается по всему миру. Поэтому его не нужно адаптировать специально для Украины. Это как Facebook. Он есть, и его ценят за качество и новаторство. О сотрудничестве. Насколько вам комфортно сотрудничать с итальянскими коллегами? И можно ли сказать, что свой вклад все-таки в развитие этой компании вы делаете? За эти годы сотрудничества мы стали не просто надежными, хорошими партнерами, мы стали друзьями, мы стали командой единомышленников, мы постоянно на связи, мы делимся идеями. И очень часто получается так, что идеи, рожденные именно здесь, в Украине, презентуются в дальнейшем по всему миру. Юля, как вы оцениваете вектор развития компании? У нас есть все для успешного дальнейшего развития. Это любовь и преданность своему делу, это отличный продукт, это креативный технический персонал, а также высококвалифицированный бэк-офис, надежные партнеры, проверенные временем, как по Украине, так и в Италии. Поэтому, если вы решили стать частью бренда Chebas Color, звоните, возможно, мы искали именно вас. Что ж, Юлия, я надеюсь, наше информативное интервью станет полезным и нашей аудитории. Спасибо, что радуете нас новинками. Мы желаем вам новых побед, успехов и развиваться. И вам спасибо.